Доброго вечора, шановні колеги. Ми продовжуємо після вашої прес-конференції. Вашій увазі головний тренер команди Ворскла Юрій Максим. Пане Юрію, будь ласка, ваш коментар по сьогоднішній грі. Ну, скажу чесно, дуже приємно за футболістів, що вийшли в гру. Старалися і грати в футбол, не вступити до боротьби. Обідно, звісно, пропускати на останній минуті. Психологическом плане, потому что если там первым там и проигрывали, там и закончили счет, то еще как-то не так построился, так на последнем и проигрывать, могли вырвать ничью, потому что у нас борьба за выживание, и для нас очко как бы становится. Так, футболистам я благодарен, то, что они старались, это было видно на футбольном поле, единственное, где-то мы на сердце выступали, боремся за выживание, для нас это психологически, и еще раз говорю. Дякую. Будь ласка, ваші запитання, колеги. Будь ласка. Чи виправдали ваші надії новачкі команди, які прийшли в команду цим? Ну, я скажу, как бы ми брали тих футболістів на ті позиції, які нас нуждалися. Ми взяли тих футболістів, ми на них розчитуємо. І, звісно, було б хотілося б ще кого-то другого. Ну, така ситуація, как бы в фінансовому плані. Надо было кого-то, кого мы убрали. 6 человек мы хотели убрать, 4 человека ушло, 2 осталось, но не могут на бегу кого-то пригласить, надо заявочный месяц освободить и финансовый план. Ну, а те фокусы, которые пригласили, я думаю, что им еще помогут команде и помогают. Дякую. Еще запитание есть? Пожалуйста. Максим доказал, что он был прекрасным игроком, это доказывать не надо, это все видели и знают. Но сегодня вы доказали, что вы хороший тренер. Михаличенко сказал, что Ворскла до Нового года и сегодняшнего Ворскла – это две разные команды. Конечно, обидно проигрывать на последней минуте. Алексей Михаличенко немножко седовал на состояние динамовского газона. Но не надо забывать, что сегодня 22 февраля. Как вы оцениваете состояние динамовского газона? И хочется пожелать вам, чтобы на последних минутах не пропускали, а только забивали, и чтобы Ворскла, клуб с хорошими традициями, чтобы у нее поскорее эта проблема расставания с премьер-лигой исчезла. Спасибо. Ну, вы знаете, мы как бы приехали с корабля на бал, у нас было месяц сбора в Турции, мы прямо с Турции прилетели, потому что ну, поля там лучше, где тренироваться, мы не знали, там, как в Полтаве. Ну, грех жаловаться на динамовский стадион, как бы, ну, до этого я слышал, что поле было немножко вязкое, сегодня было как бы подсохло. Ну, мы играли в футбол, как бы, то, что мы могли по максимуму, я думаю, мы выложились. Еще раз говорю, там где-то в мастерстве мы выступали, конечно. В психологическом плане, потому что вылезти из ямы это всегда труднее, чем где-то находиться в середине и бороться уже, принимать какие-то решения всегда легче. Ну а так, футболист, еще раз, футболистами доволен и думаю, где-то мы потеряли очко, где-то может в следующий год вернется, мы заработаем очко. Дякую. Еще запитание? Дякую за всем.